Привет, мои дорогие, как у вас дела? С утра вся опухшая. Все хорошо у вас? Мерабалар таким чиларым насылсыңыз, иімісіңіз бен, иім тышекер едерім. Собралась опять в поликлинику, что-то сегодня я маленько приболела, голосок поменялся. Хочу, вчера мне понравилось все-таки Услада. Как я вам говорила уже, у меня одно видео в моем другом влоге, HD Мари. И одно видео вот здесь, по очереди. В общем, кто хочет, пожалуйста, смотрите там. Кто нет, значит нет. Вот. А так подписывайтесь, буду очень рада. Хочу сегодня вот доесть вот эту усладу. Hi, my dear. How are you? Хочу и с голубой пастой. Вот. Так и пчелырам, бүгін бізді услада, хэмдэ мави Узбекистан. Böyle yapmak istiyorum ama nasıl olacak bir bakalım. Да, если это все сюда на мазюкается, да, как говорится. Вот как-то так. Но узбечку не поесть, это прям, я не знаю, грех какой-то. Вот. Сама тороплюсь и сама. Вот так вот поедим узбечку. Ай-ай-ай, какая вкуснятина. Извините. My dear, Blue Uzbekistan and Chalk Uslada. Не хочешь? Заставим.
Так. Ну что, продолжим. Сестренка там немножко у меня шумит. Вот. Ну что, мои дорогие, я наелась. Спасибо вам всем. Люблю, целую. Я с вами. Тыщи гридерам, так и пчелорам. Да, видео ларта бихи оладяк. Thank you, my dear. Что-нибудь запишем. Захотела что-то сама такое. Там у меня есть по просьбам, конечно, они еще не закончились. Мы их продолжим. Ну, сегодня как-то так с утречка захотелось вот как-то так. Не знаю. Так что не судите меня строго. Реально вкусно. Очень-очень. Все. Пока-пока. Бай. Так, пчелорам, севером, эпюром, сезе. Bye-bye.